Итак, давайте рассмотрим один из китайских фонариков, который, я бы сказал, более-менее держит заряд. Вот, смотрите, что на нем написано. На нем написано что-то по-китайскому, совершенно непонятно что, но в целом, если вы будете его выбирать, вы поймете, что выбирайте вот такой фонарик. Вот так он светит. Довольно-таки неплохо. Вот. Смотрите. Хорошо светит. Там один светодиодик. Один светодиод. Вот. Как он заряжается. Нажимаем. И вставляем в розетку. Собственно говоря. Вставляем в розетку, заряжаем. Здесь загорится зелененькая лампочка, точнее зелененький светодиод. Заряжать примерно час, это как минимум. А светит такой фонарик, ну я вам скажу, что около часа, это точно. Это точно. То есть цена его что-то около 13-14 гривен. Вот. Довольно-таки неплохой. Неплохой фонарик, советую. При таких деньгах. Вот. Все.